Всем привет! Ну что, продолжаем проходить эту дурацкую форсу? Да. В принципе, все. Так. Так, мышку убрать, начать заезд. Вот эти синенькие заезды, которые помнят. Да, да, да. И дикуар, который. Ну, раритет, короче, дикуар. Его никак не сложно пропустить. Все эти синие зоны опутывать и пропустить. Он уже затюнен, он топовый, короче, 9-3-9 имеет. Вот. Поэтому все чипимони. В общем, пока я прохожу синие гонки. Да, уличные, это никак не помню, что называется. Спорт гипергонки, гиперкары и так далее. Да, да, да. Это спринт, или как он там. Очень будет вкусно. Что делать? Кварцкий. Бля, муха, он же. Я же засчитал, а я нажал. Я думал, он. Я задел кустик и всю скорость потерял. Это нечестно, нечестно. Эй, парни, 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 не-не-не. Так дело не пойдет. Так это не делается. Работа спорится должна. И руки не дрожать. Да-да. Ой, что я сделал? Раньше времени. Руки не дрожали, руки не дрожали. Залпом убивает. Это да и фраза из сталкера. Чё, забыл? Даешь ему водки, он тебе патроны на голову с пушку дает. Не, он потом не дает, когда ты Гаус пушку находишь, чтобы у него патроны взять. Он потом перестает пить. Ты чё, Макс, забыл уже зов Припять, что ли? Это зов меч, так сказать, оудов. Это нельзя забывать. Чё, Макс, чё ты путаешь? Ну, карту дашь? Hey, Amanda. Sorry to bother a future Hall of Famer, but can I have your input on this next adventure? Do you want to set up a new street racing outpost, eh? Let's say I know a guy in Guanajuato. Сейчас вся надежда на Stalker 2. Я думаю, что это самая топовая игра. Mysterious unknown racer, так, это осталось. Это переделать потом надо. Да, это переделать. Его зак... Так. Так, по факту... А, 4 гонки, да? 4 синих. 4 синих и там, да? Да. Нет. А, 4 и все? Что-то свободно как-то. Только подожди, а там как там? Тут Макс, наверное, не знаю. Да ты чё, есть смысл второе делать? Я завяжите все шоссейные гонки. А, ну, 4 гонки начались.
Хороший ягуар, мне нравится. Мне похеру, я не стремлюсь, мне за это не платят. Что-то музыку не убрал. Ноль. Значит, мне глючит. You have arrived at your destination. Да. Это, сука, мотор. Мотор, ёпта, двигатель. Да, глючит, конечно, знатно. Это Lotus. Но этот Lotus мне не нравится. У него, ну, как кабриолет. Не, тут Jaguar не пойдет. Я думаю, знаешь, какую машину здесь? Кстати, Макларен можно здесь попробовать. Макларен? Да, давай. В принципе. Если игра начнет фризить, я все, я закругляю. Потому что уже где-то к 2 часам подходит. Но на 2 на часов у меня начинает дико пролаги быть. Дроп FPS. Подожди. Мать. Начнется. Мозгоёбка. Подожди. Подожду, короче. И чтобы руки не дрожали, понял? Чтобы работа спорилась. Мы на ней не тестировали. Я хрен знаю, может быть первый был. Я забыл. А чё так все плохо? Как это третий забыл? Три вроде. Три? А чё так все плохо? Вот видишь, ну, косяк выскочил. И управления ни хрена нету. Не ты 94 на этом этапе. Не, парни, не, я это пас, это, короче, это вайп. Это вайп, я не, нет, ее надо потом саморучно переделать. Машина вроде неплохая, но тут надо менять обстановку. Че, ну, видели, да? Едешь, она как-то ее так ведет. Нет, это не то. Это не то. Возьми, наверное, Порш. Этот, ну ладно. Да я тот, который синий хотел. Ну ладно, взял уже за. Сейчас уже кто будет. А, через 2 дня же еще модская GTA выходит. Проще спиратить мод. Чё за хаос флиппер? Кто-то откажет. Ну, что там делать?
делать ничего, какой-то помойку дать еще. Хотя это другой. Вот у меня фиолетовый, да, это красненький. А, красненький, да. Это же другой Porsche получается. А чё? Фиолетненький там другая. Анимешка. Я же вижу. Да, вот так. Были бы гонки на выбывание. Чё, блядь, это тоже сделать сложно? Помните игру Burnout Revenge, которая 2005 года на PlayStation 2 и Xbox 360? Там как были гонки на выживание. Там на выживание, да, а тут на выбывание. Но это там уже то же самое. Выбывание. Если ты едешь в пятом, 50 секунд заканчивается, и ты не убиваешься. Просто будет просто страшно. Да? А что, нет, что ли? Блин, сколько же таких мышцы голову умеете взрывать? Что, нельзя сделать то, что нравится людям, но то, что вам нравится. Кто создавал эту трассу? Дайте... Я сяду, или я встану рядом с ним, дам ему геймпад, пускай этот так сам проходит, блядь. Короче, мне их не догнать, это выйти на рабочий стол хотим хоть. Начинаю заново, и надо было синий борщ пробить, как я сказал. О, опять сервак дисконнект сервера. Хорошая игра, вообще прям просто. 5000 битов, блядь, играть каждый день. 24 дроп 7, блядь. Вот видишь, они не отличаются. Возьми 35%, чтобы не ебаться, Макс, пожалуйста, блядь. Ну это реально, блядь. А, все, уже поздно, блядь. А, нет, не поздно. Бля, уже 9 часов, и все, и все. Ну и время бежит, блядь. Только что 8 было недавно. Кое-кого мне надо было поменять. Это же женщина из Нюх 2 и Дова 6. Вылета, да? Правильно. Блин, ну, фаер не тот, то форшка. Thank you.
знаю вот эту машину за 6 лет, я знаю. 19 год. Главное, она в четвертой форме. У меня спойлер такой. Отлично. Большая часть вылезла. Если бы кто-то был вылезла, что делаете? Время на это тратить надо. Это даже дело не в донатах, дело в другом, блядь. Так, мне осталось мою доделать, вот эту переделать, и там еще одну переделать. Что там по времени-то? По времени. Давай, езжай, еще одну сделай выше как раз. Вышку брал. Оружие брал. 400 meters. Turn left. Да я уже большую часть не вижу. Оружие убрал. Да, я поговорил, что это такое. Turn left. In 400 meters, turn right. You have
have arrived at your destination. Давай Тойоту. Тойота, Тойота, Тойотка, Тойотка. По дороге в Тойоту. На-н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 а. По дороге в Тойоту, да? Знаю, что тут. Знаешь, я да, знаете, я иногда просто люблю вот районы. Ну, разнообразить гонку. Не на одних и тех же машинах кататься. Да. Если большой ассортимент машин, то нахрен кататься на одной и той же самой. Ну я пока фармлю деньги, чтобы на другие. То... Ну а чуть. Я не виноват, что они контент мало завезли на 5000 рублей. Четвертое и то было больше. Я на всех машинах практически катался нахуй, на всех тачках. Я на кабриолет может поставить только. Ну-ка, начни заново. Ну 40% быстрее. Не знаю, для меня 35-40 это вот самое то. 50 уже не то. 50 они как-то сделали геморно нам. Да вот это у нас в чем? А, это что? Просто каждый поворот состоит из этой книги. Блять, son of a bitch. Fucking this guy. Я ее попробовал. Ставь как есть. Я выхожу. Oh,
садись, садюги только такие повороты делают. Чем ему вот так вот так? Нахуна. И тут резко налево. Садист на игрок. Садист просто вот так вот. Тут резко ворота право. А тут как вообще резко такой ебательский поворот еще. Знаешь, если реклама МТС, тариф еще, блядь, а тут поворотище! Да Гиева тут только не хватает. Наград не дали. Что-то дали. 130 тысяч. Вот сам будешь ими пользоваться. Я тут точно не буду. Ладно, я ушел. Спасибо за просмотр.